Еще в прошлом году в Центре гармонии прошел конкурс на изготовление лучшей кормушки для птиц. Но только сейчас у его участников появилась возможность подарить свои работы маленьким пернатым друзьям. Кроме того, яркие и оригинальные Синичкины столовые теперь также станут прекрасным украшением наших городских улиц. Все желающие смогут сделать доброе дело, проходя мимо, насыпать птицам зерен или хлебных крошек. А кандалакшские малыши теперь знают, как заботиться о тех, кто в зимнюю пору нуждается в помощи человека. Я сделала им кормушки, буду подсыпать зернышек, хлебушка. Чтобы они прозимовали зиму, они ведь не могут сами добыть себе еду. Без нас им будет очень трудно зимой, и они не смогут перезимовать эту зиму. Сегодня ребята установили кормушки в центральной части нашего города. Они очень надеются, что прохожие будут бережно относиться к их труду, не станут снимать или ломать птичьи столовые. А сами пернатые смогут всегда найти здесь вкусное и сытное лакомство. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.